связаться с Богомолом. Трилла наверняка знает, где они. Ты уверен, что починил связь? Они не отвечают. Что-то не так. Нужно возвращаться. А все не так плохо, да? Никого нет? Думаешь, ловушка? В последнее время мы частенько в них попадаем. Стой! Слышишь? Как тебе там? А все не так плохо, да? Биди, привет. Эй, Биди. А все не так плохо, да? Берегись филоков. Они зачищают свою территорию и потому опасны. Да я пристрелю их до того, как они до меня доберутся. Это может сработать, но ты можешь промазать. Я никогда не промахиваюсь. Стреляю!
Все идет гладко, скажи. Приближается враг! Все, ему не отбить! Вижу цель! Кто-нибудь! Ну хоть кто-то, помогите! Ты в порядке, Биди? Рад слышать. Рад, что ты здесь, Биди. Скунг. Гости! Это! Всех убьют! Непростая мишень! Надеюсь, подкрепление уже в пути. Рад, что ты со мной, Биди. Это ужасный конец. Такое случается, точно, когда не следуешь протоколу. Эй, Биди. Рад, что ты здесь, Биди. Thank you.
Требуется помощь. Я готов к бою. Еще раз. Биди, привет. Имперский офицер спрятала здесь ценную реликвию. С ее помощью она хотела завоевать благосклонность императора. Но обман привел к безрассудству. Молодец, Биди. Молодец, Биди. Можешь дать разряд?
Биди, привет. Один. Эй, приятель, где же ты? Беди! Нужно выбираться отсюда, где бы мы ни были. Там что-то есть. Это кабель питания? Получилось. Воздух холодный, затхлый. Возможно, я глубоко под землей. Тот, кто меня запер, забрал и меч. Надо вернуть его.
что-то получилось. Дверь открылась. Посмотрим, смогу ли я выбраться. Как будто за мной наблюдают. Это не к добру. Биди! Биди один! Это ты? Я нашел тебя! Ты в порядке? Пора вытащить тебя отсюда. Thank you.
О, я тоже рад тебя видеть. Так, снимем ограничитель. Сволочи. Бедные дроиды. Идем, пока они и до нас не добрались. Световой меч пропал. Заперто. Что скажешь? Здорово. Есть питание. Но при этом питание должно подаваться. Думаешь, сюда можно что-то вставить? Слышишь? Похоже, кто-то все-таки есть дома. Эй, я знаю эту группу. Это нас!
мы уж начали делать ставки, когда ты придешь. Кто ты такой? Кто я такой? Я Зорг-Зорг-Зорг-Зорг. Я бог всего вот этого. Скажи, лапочки Гризи, спасибо за наше знакомство. Скажу, когда мы закончим. Сегодня на арене выступит особый гость. Это боец. Это джедай. Он силен. Но наскочь, сейчас ты и проверь. О, дайте же деду мне игрушку. Хочешь шоу? Ты его получишь. Я чую кровь и деньги. Сегодня мы помянем всех богов, когда-то бойцов. Ведь они погибли за тем, чтобы подарить нам деньги. Надо повторить это. Может, ему нужно что-то покрупнее. Ты тут быстро освоишься. Может, спустишься сюда и сразишься со мной? Я слишком занят подсчетом грязи. Ага, тот еще болтун. Всем тебе не остановить! Нет, еще цветочки! Ну вот увидишь! Ему нужен противник попаснее! Это было только раз! Это был один из моих любимчиков. Вот так резня. Лучше еще впереди. Думаю, ты знаешь следующих претендентов. Бродя Сиона охотится. Бедный джедай. А теперь он умрет. Ты не стоишь моего внимания. А, меня задело. Я не промахнулся. Эй, Грис, а ты знаменит там внизу. Ага, они неприятный сброд, да? Пахнут, как отработанное масло дроидов. Главное, ты в порядке. Да, осложнение которого можно было избежать. К счастью, мы нашли тебя. Есть и другое осложнение. Империя знает о Голокроне. Это очень плохо. Вся миссия теперь под угрозой. И у меня была милая беседа со второй сестрой. Триллой. Что она сказала тебе? Она сказала, что ты выдала ее империи. Это правда? Она скажет что угодно, чтобы сорвать это эту миссию. Это правда? Она была моей ученицей. До истребления. Надо было рассказать мне. Мы получаем зашифрованное сообщение с Кошеика.
Мари. Кэл, мы нашли Тарфула, и он хочет встретиться с тобой. Но это еще не все. Империя смяла наши позиции у завода. Со бежал с планеты. Часть наших присоединилась к бойцам Вуки в лесах. Будь осторожен. Ты тоже. Потом. Потом. А сейчас за дело. Ладно, все хорошо. Все будет хорошо. Парень. Эй, проснись. Есть разговор. Что? Разговор есть. Я не знаю, что там между вами двумя происходит. В смысле, наверное, это что-то джедайское. Но я считаю, сейчас вообще не время. Это тебя не касается. А вот и касается. Мы ведь вместе впутались, правда? Эй, Кэл. Я совершил ошибку. Из-за нее ты чуть не погиб. Прости. Мы ведь все не без греха, правда? Может, кроме тебя. Эй, давай с ней как-то помягче. Я не скажу ради меня, но вы двое лучшие, что со мной случилось. Пока я вас не встретил, я думал только о том, как бы сорвать куш. Игровой термин. Я знаю, что это. Кэл, жизнь не игра. До встречи с вами я думал только о себе. И деньгах. А теперь нет. Куда теперь? Вы двое привнесли в мою жизнь острые ощущения, но я все еще люблю смотреть игры. Только держи свои привычки под контролем. Да, нет, конечно. Я просто смотрю. Никаких ставок, ничего такого. Правда? Да, развлечение ради. Ничто так не бодрит, как наблюдение за двумя готовящимися к бою махинами. Выверенные движения и грубая сила. Капитан, я несколько обеспокоена вашим интересом. Варварское. А, да, то есть, да, так и есть. Зрелище варварское, но довольно увлекательное. Мы вот-вот выйдем из гиперпространства. По местам. BD-1. Присмотри там за Кэлом. Когда захочешь лететь, дай знать. Я буду здесь. Чойсик и Марин нарисовали для себя маршрут к месту встречи с Тарфулом. Рада, что ты в порядке. Прости, что не смог прибыть раньше.
Но я не забыл о Кошиике. Здесь опасно. Со уже ушел, так как потери слишком велики. Если вы уйдете, вуки лишатся поддержки. Не совсем. Мария остается с Чойсиком и Тарфулом. Часть наших примкнула к ним. А ты? Моя дочь уже лишилась отца. Я не могу. Но я и другие найдем способ послужить нашему делу. Береги себя, Мириена. Мария сказала, что вас разгромили. Но я не думал, что все так плохо. С Империей всегда так. Но ты еще можешь преуспеть со своей миссией. Я найду способ помочь вам. Ты и так немало сделал. Спасибо, Кэл. Не отставай! Рад, что ты здесь, Биди. Thank you.
Паскал, как слышно? Цера сообщила мне частоту твоего кома. Мари, ты в порядке? Да, в отличие от многих других. Мириэна передала тебе координаты места встречи? Передала. Я уже в пути. Хорошо. Мы уже почти на месте, но долго тянуть нельзя. Империя не дремлет. Примчусь как можно скорее. С помощью этого Вуки наблюдал, как Империя порабощает его народ. Держись рядом, Биди. Они, похоже, быстрые. Дай-ка взглянуть.
Мари, как слышно? Я у теневых земель, рядом с упавшим шагоходом. Это Со его подбил при отступлении. Он с тобой? Нет, больше нет. Поговорим об этом, как вернешься. Что там? Беди. Yeah.
Успокойся! Мы почти в теневых землях! Чем-то пахнет. Что за запах? Тут весь лес живой. Все хорошо? Иди, привет. Очень кстати. Слышишь? Все хорошо, они только мешали. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Им там не прорваться!
Всем частям отступать! Мы вас прикроем! Видел что-то подобное? И я нет. Это он! Эти деревья. Здесь повсюду сила, я это чувствую.
Там мы должны встретиться с Тарфулом. Прорвались. Это вождь Тарфул. Я здесь по заданию Эна Кордовы. Он искал артефакт Зефа. Найдя его, мы сможем спасти джедаев. Кордова обрел мудрость на вершине первого древа. Ищи ответы там. Большое. Даже не знаю, откуда начать. Что ж, возможно, ты найдешь путь через корневую систему. Но большая его часть под водой. Возьми эту маску. Спасибо. Что вы собираетесь делать? То, что можем. Продолжать бой. Удачи. Надеюсь, увидимся. Хочешь проверить? О, ты что-то нашел? Здесь укрывался Вуки, оплакивая утрату старейшины. Все идет гладко, скажи. Спасибо.
Посмотрим, что ты нашел. До врага! Достань перезарядка! Тим, беди! Даже Тарфул не мог их сдерживать. Они не остановятся, пока всех не уничтожат. Thank you.
Отлично, Биди. Это нам очень поможет. От этих штук мурашки по коже. Эй, ну что ты говоришь? Я знал, что ты туда рванешь. Что там у тебя?
Что это, беги? Как думаешь, если бы мы не вмешивались, Империя бы также обрушилась на Кашиик? Джедаи должны быть символом надежды, а я привел сюда Инквизицию. Мари и Тарфул доверились мне, а я снова подверг их опасности. Вы гляньте! Крысёныш с браки играет в джедая! А я сказала Гранд-Инквизитору, что ты усвоил урок и больше сюда не сунешься! Ведь мы растоптали ваше жалкое сопротивление! Приятно ошибаться!
Что это такое? Девятна связаться. С другой стороны, она прослушивает переговоры. Не будем упрощать. Что-то интересное. Бросай Стим! Поколениями вуки совершали паломничество к вершине. Древо направляло их. Нашел что-нибудь? Прекрасно. Ну,
выручай, беги! Не скучаешь там, Биди? Думаю, Гризу оно понравится. Главное, чтобы не выросло слишком высоким. Есть что-нибудь интересное? Штурмовика сюда притащило какое-то существо. Ну и страшно же там, Биди. А все не так плохо, да? Иди, привет.
Мы не знаем, опасна она или нет. Это она сбила истребитель девятой сестры. О! Вставай, еще раз. Я все время падаю, учитель. Вот как? Хорошо. Падай опять и поднимайся снова. Только так ты научишься. Не позволяй своему эго и отговоркам встать у тебя на пути. Отпусти то, что боишься утратить, и соберись. Ну, еще раз. Теперь прыгай сюда, ты справишься. Похоже, я ошибся в выборе подавана. Мастер! Да я шучу, Кэл. Не думай о мнении других, это слабость, которую мог. Ранена. Сможем помочь? Тарфул, дружище, теперь я понимаю. Это дерево связует ядро планеты с небом. Ага, вот сюда. О, ты что-то нашел?
Это обронил Вуки, когда лез на дерево. Проходил испытание. Эй, Биди, глянь сюда. Что там, Биди? Идет гладко, скажи. Это все война клонов. Здесь война не заканчивалась. Все, что мы сделали, что-то имело смысл. А все не так плохо, да? Ты в порядке, Биди? Рад слышать. Может, это последняя птица Шиио? Но нужно быть осторожными. Не хочу ее напугать. Эй, не бойся. Мы не причиним вреда. Мы друзья, понимаешь? Друзья. Не бойся.
Это обломок корабля девятой сестры. Вытащим его. Сейчас будет больно. Прости. Спасибо, Биди. Вот и все. О. Не попадай больше в беду. Проверить, верно? Что там, Биди? Предлагаешь нас подвести? Рука Империи все-таки еще многого не коснулась. Я тебя слышу. Дай взглянуть.
Не скучаешь там, ведь? Что-то ищешь? Наконец, я его нашел. Астриум. Тысячи лет назад он был у мудрецов Зеффо. Я держу в руках частицу галактической истории. Я никогда не смогу отблагодарить Тарфула достойно. Ты понимаешь, что это значит, мой друг? Не нужно возвращаться на Датамир. Тьма препятствовала всем попыткам добраться до Астриума в гробнице Куджета, однако сила... Сила открыла новый путь. Гробница Куджета. Иди. Больше никого не убьешь. Не пойму, с чего вторая сестра решила, что ты чего-то стоишь. Она любит свои игрушки, но... Я не столь сентиментальный, по правде. Жаль тратить время. Покончим с этим скорее. Для джедая. А есть разница? Эй, беги! Последний бой.
Тебе не победить! На помощь, беди! Все кончено. Став инквизитором, я поняла, что пережить можно все. Для того, кто уже потерял себя, рука — ничто. Ты знаешь, я была джедаем. Будет весело схватить тебя. Ведь ты сломаешься, как и все мы. Ты злишься. Тебя ждет одиночество, пытки, унижение. Твоих друзей! Я не дам их в обиду! Тебе не остановить империю! Я остановлю тебя! Да, мы победили инквизитора. Думали, ты погибла. Рад, что ты жива. Надо возвращаться. Цера и Гриз ждут нас. Иди, привет. Thank you.
Щелкаешь их, как орехи. Что там, Биди? Эй, Биди, посмотри тут. О, там было что-то интересное. Я тебя слышу. Дай взглянуть. Замечен враг! Нужно проверить. Прекрасно.
здесь делаешь? Хочешь проверить? Что там, беди? Этот Вуки умер от ядовитых паров. Империя отравляет планету. Никак не откроется. Нашел. Я тебя слышу. Дай взглянуть. А все не так плохо, да?
Эй, беги! Хочешь проверить? Что там у тебя? Ошейник Вуки-рабыни. Все идет гладко, скажи.
он получил по заслугам. Это процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я? Этот аванпост тебе не пройти! Я стреляю! Сейчас! Надо быть осторожнее! Сосредоточить огонь! Да, ну отлично! Значит, остался только я! Стоять! А все не так плохо, да? Молодец, иди. Посмотрим, что ты нашел.
мертвый штурмовик. Дело рук Со. Он безжалостнее, чем я думал. Иди, здесь нужен разряд. Покинутый патрульный пост. Опасное это место, Биди. Дашь разряд, иди. Раньше я бы даже не стала возиться с мятежным сбродом. Эй, Биди, что это? О, там было что-то интересное.
Кордова считал, что ключ к хранилищу на Датамире. Ты нашел своего Вуки? Ага. Но дела там внизу плохи. Империя повсюду. Инквизиторы? Ну, Трилы. Второй сестры. Пока нет, но она все еще преследует нас. Я победил девятую сестру. Кэл, когда меня схватила Империя, я держалась. Я поклялась себе, что скорее умру, чем заговорю. Но затем эта темная тень пришла. И это было хуже любого кошмара, который я могла представить. Но я еще держалась. Но в конце я все же сломалась. И выдала им Трилу. Да, я знаю, что уже никак не могу исправить это. Но, Кэл, у нас еще есть шанс спасти других, тех, кто в Голокроне. Так, ладно. Девятая сестра говорила о том, что стать инквизитором – это неизбежность. Но ты прошла через то же, что и она, и не присоединилась. Кэл. Все хорошо, Церы. Мы найдем Голокрон Кордовы. Эй! А ну, убери лазер от моей еды! Давай сюда. Задаю курс на... Погоди, ты хочешь на Датамир? Удивлена, что Кордова летал туда. На то должна быть причина. Как прилетим, я из богомола и носа не высуну. Местный свет точно сожжет мою кожу. Раньше здесь обитала мощная группа владеющих силой, известная как Сестры Ночи. Они владели силой? Как джедаи? Нет. Эти ведьмы жили по-своему. Они лгали, обманывали и манипулировали. Ха! Прямо как моя бывшая. Во время войн клонов Сестры Ночи заключили союз с лордом Ситхов, а он их предал.
В итоге их почти полностью уничтожили. Датамир — опасное место. Нужно быть осторожней. Мне можешь не рассказывать. Приближаемся к месту назначения. Плюхайся, парень. Прошер смотрится здорово, Грис. Знаешь, он, конечно, не первое древо, но глаз радует. Ты здорово поработал с ветвями. Ха, спасибо, парень. Ты молодец. На корабле, внутри, тут стены, тут джедай. Все хорошо, да? Эй, Кел, у вас двоих все путем? Не знаю. Сейчас это не самое главное. Знаешь, Церов тебя верит. Ну, сказать по правде, сначала ты не произвел на меня впечатление. Один момент. Ты многому научился после Бракки, но этот путь далеко не окончен. Знай. Впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. Я знаю, что делать. Мне не впервой. Кел, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цере. Правда. Будь осторожен, Кел. Это все. Эй. Знаю, мы не в ладах, но могу я с тобой кое-что обсудить? Нужна помощь. Я слушаю. Я восстановил связь с силой, но мне что-то мешает. Как думаешь, что? Когда я открываюсь, вижу мастера Топала. И при этом ты продолжаешь укреплять связь с силой. Знаешь, о чем это говорит? Что я сам себе худший враг. Что ты должен принять свои эмоции. Тебе нужно время. Сэра... Спасибо. Я это ценю. Грис прячется? Видимо, да. Я его не виню. Датамир вообще не благоволит к чужакам. Я вернусь.